Татьяна, вдова скончавшегося диктора центрального телевидения Игоря Кириллова, резко ответила охраннику Новодевичьего кладбища, когда тот предложил ей доехать до могилы мужа на автобусе. Об этом рассказали друзья народного артиста СССР, которые пришли на его похороны. После отпевания Кириллова, состоявшегося в храме Новодевичьего кладбища, охранник предложил гостям и вдове сесть в автобус, чтобы с комфортом доехать до места захоронения диктора. «Пешком прогуляюсь», — резко ответила вдова Кириллова, повысив голос, и слегка толкнула охранника. Мужчина развел руками, заметив, что хотел как лучше. Позже он признался, что нисколько не обиделся на поведение жены диктора, поскольку понимает, какое горе ей приходится сейчас переживать. Участники траурного мероприятия рассказали, что в храме вдова Кириллова не смогла сдержать чувств и расплакалась у гроба мужа. Татьяну утешал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также на похоронах присутствовал телеведущий Александр Любимов и представители дикторского цеха Ангелина Вовк и Евгений Кочергин.